Resistance Attribution — это PXP-версия PS3 эксклюзивы. В этой же вселенной новая игра шутера от третьего лица. Там от первого здесь от третьего. Хорошая игра, неожиданно. На PSP вообще с играми хорошими полная беда. Я имею в виду блокбастеров, на PSP таких сочных, нормальных практически нет. Очень жалко. Это вот первый за долгое время блокбастер. Очень круто сделан, в смысле, там сюжет, прямо заставки 3D. Не вот эти комиксы. Вот мне больше всего бесит в этих кэндхелдовых играх, что там заставки комиксами сделаны, куча текста читать. Не, ну как в 90% случаев это неинтересно. А тут прям 3D, рендеры. Я, короче, прям даже как-то проникся вселенной, честно говоря. Чего, вторая мировая, инопланетяне, по-моему, прикольно. Там же смысл сюжет такой, что главного героя, брата, реконструировали в Алиена, и он его сам убил. После этого пошел в самоволку и типа и начал взрывать все вот эти конвершн-центры, которые строила Химера. Hey, Johnny. Sarge, in here. Grayson, what the hell's the matter? For Christ's sakes, what is he? His brother. Oh, Johnny. Oh, God, not him. Get him out of here. Why? Oh, Jesus. Oh. Grayson, you know the regs. We can't let him live. I know the regs, damn it. Очень странное управление, да, это правда. Там прицеливание на кружке и треугольнике. То есть, типа, зажимаешь кружок, он начинает вверх. Зажимаешь там типа, треугольник, он начинает, ну или там что там внизу, X, он смотрит вниз. А на стрелочках одна кнопка отвечает за переключение оружия, другая за припасть или перепрыгнуть через препятствие, или уйти в укрытие. И за экшен, типа действие какое-то, если тебе надо вызвать лифт, ты на стрелочках это выбираешь. Когда привыкаешь, ну, на самом деле, все равно как-то по-дебильному, потому что ты очень вот дубово так управляешь, прицеливаешься. Ну а так, Gears of War стайл геймплей. Я имею в виду с укрытиями, ты бежишь, припадаешь к укрытиям, всех мочишь. Укрытие только, конечно, не прикручено белой нитками, в том смысле, что нет такой тактической свободы, конечно, как в Gears of War, типа там, особенно не поперемещаешься одного укрытия к другому. Ты просто садишь из-за него, всех мочишь из-за него, из-за одного, идешь дальше. Очень линейный. Поэтому вот как бы 7,5, наверное, вот я бы поставил. Ну и понимаю, что из-за заставок, там, из-за сюжета, наверное, вот типа многим людям понравится. Поэтому им для них там типа 8.